Доброго времени! С вами ведьма Хельга, и сегодня мы поговорим о чистках. Любой человек, живущий в социуме, ощущает на себе его воздействие через пожелания близких, знакомых и даже незнакомых людей, а также различные негативные ситуации, которые вызывают обиду, гнев, злобу, зависть. Все эмоции и пожелания способствует образованию негативных программ, которые и скапливаются в энергополе. Этот энергоинформационный мусор очень омрачает жизнь и способствует образованию болезней и привлечению неудач. Есть и негативные программы, которые насылаются специально при помощи магии. Цель их – нанести значительный вред, испортить или забрать. Такие программы, укоренившись в энергополе жертвы, способны нанести значительный вред, лишить счастья, здоровья, любви, благосостояния, спокойствия. Все негативные программы нужно убирать. Для этого и делаются чистки. Чиститься нужно регулярно, ведь избежать негатива в жизни просто невозможно. Да и ждать, пока он скопится и проявит себя в виде неприятных событий или болезней, просто нет смысла. Есть много способов и методов чисток. В центре парапсихологии мы делаем чистку, откатку яйцом. Почему именно яйцом? Потому что это очень мягкая чистка, подходит практически всем. Она очень хорошо снимает негативные программы, тяжелое эмоциональное состояние, страхи, болевые ощущения, болезненное состояние. Откатка яйцом работает мягко, что позволяет работать даже с маленькими детьми. Это эффективный и мягкий способ чистки, и он уже полюбился многим.